Красноярске, вон. Уже все взрослые люди, отдаем себе отчет, выгнать 14-тонный автомобиль и разгоняться его. Для ради удовольствия шоу устроили. Какую цель-то хотели преследовать? Никакой. Никакой, так? Ради шоу? Так, ради интереса. Ради интереса? Ну, интерес мог закончиться плачевно, как правило, кончается плачевно. На организованных мероприятиях бывают гибели людей, на организованных, где защитные плиты стоят и все остальное. А тут ничего вообще. А вы устроили. Вроде взрослые люди, дети есть.